своем фристайле мы не хотели бы чесать языком, а сразу перейти к юмору. Сборная семьи Каракорска, начинаем! Ну и по традиции, как же без номера в нашем выступлении про нашего любимого ведущего? Давайте представим, Сергей Алексеевич начал вести дополнительные занятия. Я веду у тебя уже 3 дополнительных занятия, и мне кажется, нам нужно перейти на новый этап отношений. Сергей Алексеевич, да вы что, нас же осудят, вы учитель, я учусь у вас. Так, ты будешь моей девушкой? Сергей Алексеевич, подумайте о родителях моих, что они скажут? Так, Эдик, хватит выпендриваться, ты будешь моей девушкой? Да не буду я вашей девушкой, Сергей Алексеевич, что мне что-то парик вот этот платье одеваете, бесит вообще. Эдик, ты себя видел? Какой парик? И платье ты себе сам купил на выпускной. А многие команды при поиске спонсора идут к мэру за деньгами. И часто сталкиваются именно вот с вот таким случаем, как мы сейчас покажем. Но только не с нашей командой. И не в нас, в нашем городе. И не с нашим мэром ни в коем случае. Ну что же, за деньгами, да, даже спонсора надо искать. Пойду спонсора искать. Мы команда КВН. И нам нужны деньги. Мы пошли в комитет по молодежной политике. Говорим, дайте нам денег. Они говорят, нужны деньги, идите к мэру. Но мы приходим к мэру, говорим, дайте денег. И что же мэр скажет? Что же мэр скажет? Боже, мэр скажет. Что же мэр скажет? А наш мэр хорош. А многие девушки со стороны ведут себя как Голум из «Властелина колец». Не верите? Давайте посмотрим. Так, Маш, знакомься, значит, это Виталик, и он не женат. Моя прелесть! Моя прелесть! Хочу вкусняшку! Вкусняшку! На тебе риса и лосось! О, роллы Калифорния! Нет, мой господин, это Филадельфия! Мне нужно твое кольцо, Хоббит! Кольцо! Ну, типичная же девушка. Ну и в конце хотелось бы сказать всем вам спасибо. Сборная семьи Каракорска. С любовью.